Первый заместитель главы города Анжелика Бузунова поблагодарила предприятие ЖКХ «ИТЭК» за то, что праздничные дни прошли без значительных происшествий. Мы прошли праздники без каких-то серьезных происшествий. Отключения на отдельных участках сетей у нас, конечно, присутствовали. Но, тем не менее, это было в течение получаса, были произведены переключения, и каких-то серьезных аварий, слава богу, у нас не произошло. Поэтому всем службам, которые были задействованы, спасибо за качественное проведение всех мероприятий и оперативное реагирование. Перед управлением ЖКХ поставлена задача по ревизии всех просадок и разрытий на дорогах, к исправлению выявленных недостатков, которые должны быть заактированы, привлекать подрядчиков и заказчиков с составлением графиков проведения работ. На ремонт сельских дорог в этом году, как и в прошедшем, выделена значительная сумма – 53 миллиона рублей. Все улицы, на которых пройдут работы, должны быть согласованы с главами сельских администраций для скорейшего и окончательного формирования перечня. Нужно выбрать самое необходимое. Бюджет у нас 53 миллиона, такой же, как в прошлом году. На ремонт сельских округов, дорог сельских округов. Поэтому в объеме том же, как в прошлом году, нужно отработать. Причем отработать нужно уже сейчас. У вас уже должен быть этот список. Но я видела у вас список на 50 миллионов. Ну еще на 3 миллиона отработайте и все. Глава города Сергей Сергеев подверг резкой критике работу управления ЖКХ, которая не проконтролировала своевременное начало дорожных работ. У нас плюс 16 градусов было на улице. 3 дня назад, плюс 16. Однако дороги мы начали делать сегодня. А зачем делать плюс 16? Можно в ноль делать. Вы посмотрите, во что вы город превратили. Во что вы превратили город? Ни одного разрытия открытым способом. Ни одного. А те, которые вы позволили, лично отвечаете за их ликвидацию. Сергей Сергеев подчеркнул, что все задачи, обозначенные губернатором на первой планерке в новом году, будут отработаны на совещаниях по всем 19 направлениям, намеченным губернатором.